Покажите мне любовь без Иисуса, она бы на земле жила. Мы хотим такую тему осветить сегодня и поговорить о любви, которая не имеет срока годности и не имеет границ, которая долго, которая... В чем ее секрет, в чем ее преимущество, как ее понять в своей жизни. Вот об этом мы хотели поговорить. Но есть на свете Бог. Как Он решает эту проблему? Нужно подойти к Нему, сказать: Господи, прости, я наговорил вообще, что попало. Потому что нужно признать, что мое сердце такое вот, ну, злое, коварное. Итак, как я могу хранить свое сердце? Это первое пожелание. Как я должен хранить свое сердце? Друзья, мысли наши